Барыс уступил Салавату Юлаеву в третьей игре плей-офф континентальной хоккейной лиги. Встреча, проходившая в Уфе, завершилась со счетом 5-2. Среди астанчан отличились Дмитрий Упер и Брэндон Баченски. Сегодня пройдет еще один матч, также на Уфа-арене. Добавлю, что нападающий столичной команды Брэндон Баченски получил травму во время вчерашней игры, поэтому пока неизвестно, примет ли он участие в четвертом матче.